Приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала, всех любителей оружия. Приветствую. У меня был обзор на новинку Кузей модель А100 в черном цвете. Я его покажу. Вот так он выглядит. Ну, сегодня такой, ну, по характеристикам вы уже видели, я хочу посмотреть, показать вам Кузей А100 в камуфляже. Вот. Также упакован, я его еще не распаковывал. И посмотрим. Характеристики, я уверен, у них одинаковые, поэтому мы не будем... Ну как, основные мы посмотрим характеристики. Так вот у нас Кузей А100 в камуфляже. Очень интересная покраска. Вот, смотрите, затвор черный. Патронник со стволом хромированные. Затворная задержка хромирована, кнопка выброса магазина хромирована, предохранитель, который располагается в рукоятке, также хромированный, курок хромированный и спусковой крючок с рычажком для разборки также хромированный. Для сравнения, вот полностью черный. Ну, кому-то нравится черный полностью, он такой более строгий цвет. Этот более такой тактический, не знаю. Ну, на фотографиях официального сайта Кузей очень, ну, не так. Там больше какой-то такой желтизны, оранжевый. Не знаю, моя камера передает, не передает цвет, но вживую смотрится достаточно классно. Вот. Рама и такая хорошая покраска. Все остальное одинаково, затвор одинаковый. Видите, здесь также присутствует у нас а-ля система Кольт. Предохранитель в рукоятке. Кстати, хотел сказать, что такая система присутствует в модели еще. Я забыл сказать при первом обзоре. Сейчас, секундочку. Не выключайте музычку. У нас есть модель Сюр СТРМ. Очень интересная модель. Как-то, ну, не знаю, почему спрос на нее не очень. Но, не, ну, люди покупают, конечно. Но у нее также присутствует предохранитель в рукоятке. Чем-то они даже схожи. Вот этими вот насечками, скошенным затвором. На Сюре есть предохранитель. Здесь предохранителя флажкового нет. Затворная задержка, естественно, отличается. Но это Сюр, это Кузей. Скажу вам, вот интересно, у нее такой взвод очень мягкий. Очень мягкий. По сравнению с другими пистолетами, если сравнивать пистолеты, которые только новые, с завода, у них всегда пружина такая жесткая. Ну, сейчас мы можем, не знаю, я уже делал эти тесты. Так, маки я не буду трогать, это не стреляные, которые с осечкой были. А с курзаны у меня где-то далеко лежат, я не хочу их искать. Вот есть СТСы. Я уже делал заряжание и разряжание в обзоре на А100 в черном цвете. Вообще бездоганно. Все работает. Никаких нареканий.
Ну, вот только спуск, чтобы... Еще раз рассказываю. Вот эти холощения туда-сюда ни к чему хорошему не могут привести. Почему? Потому что, когда находится гильза в патроннике, вот так вот, то затвор... Сейчас мы закроем. Может быть, вы видите. Сейчас мы... Есть небольшая щель между патронником. Так, фокус. Ну вот, она видна. Щель между... То есть расстояние между затвором и патронником. То есть затвор не ударяется в патронник. Если мы гильзу извлекаем, то щель здесь практически, ну, тоже есть на этой модели, на многих, не знаю, может быть, в другой части, но всегда рекомендуют не холостить без гильз, потому что разбивается и патронник, и затвор. Это не сталь, это сплав. Пишут некоторые комментарии: купите себе стальной пистолет. Ну, если вы хотите стальной пистолет, вам нужно купить травматический пистолет, если у вас есть такая возможность, покупайте. Люди покупают стартовое оружие по нескольким причинам, то есть кто в коллекцию, кто покупает как для самообороны. Ну, мое мнение, с ним можно не соглашаться, стартовый пистолет для самообороны, ну, как бы палка о двух концах, потому что если будет какая-то толпа идти неадекватов, то лучше использовать баллончик газовый, я так рекомендую, и убежать, если вы не Рэмбо какой-то. Вот. А если их там будет, ну, несколько человек, ну, одного забрызгали, второго и убежали, если получилось. Вот. А если вы достанете такой пистолет, ну, выстрелите вы в воздух. Много сейчас людей уже знает, что такое стартовый пистолет. Много людей видели их. Вот, ну, даже если вы выстрелили в воздух, ну, они находятся там, например, в алкогольном опьянении или в наркотическом, для них это еще больше подзадорит, и они могут проявить агрессию в вашу сторону, и тогда, когда они поймут, что у вас уже не боевой пистолет или травматический, даже пневматический, а просто пугач, ну, это может кончиться для вас плачевно. Поэтому не рекомендуем. Хоть тут и мушки такие небольшие. Кто понял этот прикол, тот понял. То не рекомендуем использовать для самообороны. Очень хорошо их использовать для тренировки служебных собак. Это вот, ну, то, что доктор прописал. Потому что служебные собаки, например, которые там охотничьи, так же само, чтобы они не пугались выстрелов, чтобы они привыкали, потому что когда вы на охоту пошли, стрельба, собака должна привыкнуть к стрельбе, к звуку выстрелов, и поэтому как бы она не должна нормально реагировать. Вот, можно использовать. Кстати, эти пистолеты намного громче стреляют, чем боевой там дробовик 12 калибра. Намного громче стреляют. Вот. Поэтому можно вот тренировать собак этими пистолетами, звуками выстрелов. Для самообороны, мое мнение, нет. Лучше уже купите нормальный струйный баллончик, и это намного эффективнее. А вообще лучше не ввязываться в всякие конфликты. Ну, бывает всякое в жизни, поэтому... Ну, где-то так. Сразу еще хочу сказать, Start Guns, интернет-магазин, который любезно предоставил все модели Кузей, которые зашли в Украину на обзор. Телефоны есть в описании, есть в кадре. Делайте заказы. Действует скидка по моему промокоду 5%. Пишите комментарии, что еще бы вы хотели посмотреть. Остальные модели тоже в порции. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зацепил. Но бывает. Но еще остальные модели — это 911 Кузей,
в короткой версии и в полноразмерной версии будут обязательно, а также моделька P122. Всем спасибо за внимание. Всем пока.